Городошный спорт сегодня переживает свою вторую молодость. Начинают метать биты уже с дошкольного возраста. В парке Льва Толстого состоялись соревнования по этой старинной русской игре. В них приняли участие воспитанники 30 детских садов. Вот уже четвертый год мы сотрудничаем с Федерацией городошного спорта Московской области. И они вместе с нами проводят соревнования для детей, приучая их вспомнить народные игры. Детям это очень нравится. Инструкторы по физической культуре прошли специальное обучение по этой игре и теперь готовят своих подопечных к турниру. В команде по 5 человек. В связи с коронавирусными ограничениями дети приходят по графику. Очень большое развитие получила программа «Играем в городки» в дошкольных учреждениях. В Московской области это мероприятие в городском округе Химки самое масштабное. Очень благодарны руководству города, управлению образования, центру профессионального развития за то, что они поддерживают это начинание. Правила предельно просты. Необходимо за две попытки выбить из зоны 5 цилиндров, построенных в определенной форме. Звучит легко, но это только на словах. Даниилу Конурову 6 лет. Биту держит уверенно, знает, как правильно ее метать. С первой попытки удалось выбить половину фигуры. Он рассказал о тонкостях этой игры. Самое важное, нужно держать, нужно делать шаг, когда только здесь уже бита летит, а потом уже делать шаг, потому что шаг должен помогать. Всем участникам соревнований вручили памятные грамоты, а победителей наградили кубками. В следующем этапе игры за первое место будут бороться педагоги.